Сегодня мы призванные святым Богом в Его святое общение, пришли на это место, чтобы нам поклоняться этому святому Богу. Слава нашему Господу! И как мы с вами пропели, великие чудные дела Твои, Господи! Действительно, даже по сравнению со спасением, уж насколько творение чудно, да, что псалмопевец в одном из псалмов говорит: «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен», да, человек дивно устроен. Если мы посмотрим и творение, оно тоже дивно устроено. Но пришел грех и что-то нарушил. Нарушил эту гармонию, нарушил это блаженство, того устройства, порядка Божьего, которое Он заложил при сотворении. И мы видим, что Бог являет еще и чудо спасения. Никому даже в голову не могло прийти. И Слово Божие говорит, даже ангелы желают в это проникнуть, а нам с вами это открылось. Слава нашему Господу, друзья, за эти чудные дела, которые Бог явил, я думаю, будет являть и дальше в нашей с вами жизни. Слава Господу! Вы знаете, какое-то настроение праздника после вчерашней конференции продолжается. И очень много было и пищи духовной, и молитвы, и откровения, благословения. И Бог желает свой народ светильники поправлять. И те, которые находятся в какой-то борьбе и думают, что они уже где-то, может быть, и оставлены, уже из сил выбиваются, сердца ободрять в вере, утешать, подкреплять, потому что мы понимаем, что без силы Божьей мы с вами просто-напросто не устоим. Но мы должны с вами с другой стороны понимать, что мы Богом призваны, и Он никогда не оставит нас в этой борьбе, в этом противостоянии, но даст нам победу. Слава Господу! И перед молитвой зачитаю два места из Священного Писания, Евангелие от Луки, 9 глава. С первого стиха. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». Ну и дальше идет наставление, которое Христос дал этим 12 ученикам. Перелистываем страничку, читаем 10 главу Евангелия от Луки с самого начала. «После сего избрал Господь и других 70 учеников». И послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. И мы видим, Христос послал 12. Потом, сначала Он сам проповедовал. Мы помним, да, после пустыни искушения вышел, начал проповедовать Евангелие Царства. Потом послал еще 12. Потом послал еще 70. И говорит: жатвы много, а делателей все равно мало. И вы знаете, и вот сегодня мы находимся с вами в этом зале. И кто-то уверовал в 90-х годах, да, там кто-то в начале 2000-х, а кто-то, поднимите руку, кто уверовал в 2014 году. Есть такие? Есть, да? Слава Господу! И мы видим, что Бог призывает учеников. Он призывает себе не просто, знаете, нанимает каких-то работников, там, трудовые отношения. Он призывает себе учеников, которых учит, наставляет. Он желает каждого из нас научить, наставить, послать на труд, верить в служение, чтобы мы продолжали это дело, друзья. Это и эти чудные, великие дела, они будут сопровождать нас при проповеди Евангелия, при нашем хождении, при нашем служении Господу. Слава Господу! И поэтому сегодня на этом месте мы собрались, и вчера на конференции Бог подкреплял. Я думаю, и на этом месте Бог желает подкрепить, поправить где-то светильники, наставить, научить, чтобы мы шли с вами и могли принести этот обильный плод для славы нашего Господа. И мы, вставши, мы призовем благословение на это служение, чтобы Бог прибыл с нами, благословил каждое сердце. Аминь. Я человек, песчинка, пыль и прах. Мой век как пар, что быстро исчезает. Но драгоценность я в твоих глазах. Творение,
что твой замысел скрывает, ведь ты не стал безмолвно высекать из серой глыбы образ совершенный. Ты дал мне право чувствовать и знать, творишь меня с любовью неизменной. Ты самую пронзительную боль в сияющую радость превращаешь, и от моих страданий, словно соль, от слез пролитых смысл ты оставляешь. Из моего позора и стыда ты извлекаешь чистые алмазы, мне их вручаешь, как целебный дар, чтобы потом не упрекнуть ни разу. Из малых и ничтожных дел моих ты намываешь золото крупицы и терпеливо собираешь их и бережно несешь в своей деснице. Из них творишь ты тот особый сплав, что звездным светом в вечности сияет, меня с собой соединив, смешав. Твоя любовь меня с тобой скрепляет, и обретает смысл вся жизнь моя, мои ошибки, взлеты и падения. В тебе сокрыто то, чем стану я, когда воскресну в небе в новом теле. Есть ли что прекрасней в жизни человека на земле? Юности весны цветущей ясной, проходящим жизненном звене. Я хочу, чтоб юности порывы, все прекрасные и светлые мечты, сердце, жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты, принял мой Спаситель ты. Юность, юность, небо голубое, чистые кристаллы ручейка, солнце яркое и золотое, свежий ветерок издалека. Я хочу, чтоб юности порывы, все прекрасные и светлые мечты, сердце, жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты, принял мой Спаситель ты. Сердце радостью пылает, счастье так безмерно велико, и душа невольно воспевает Богу слава за любви тепло. Я хочу, чтоб юности порывы, все прекрасные и светлые мечты, сердце, жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты, принял мой Спаситель ты. Сокрушил оковы, снял.
всякий грех и зло. Ославьте имя Господа Иисуса, честь Ему. Чудная милость Божья хочет людей взыскать, радость в сердцах умножить и до конца точного определения также не могу найти, как сказал брат Олег, действительно праздник продолжается, и это делает Бог для своего народа. Слава Господу! Я вот тут Андрюша начал говорить, что они не пожалели, что приехали в Колпашево и все это время проводили, ну не только в Колпашево, по всем. Я уж просто скажу, но не могу не высказать свое впечатление. Конечно, я скажу, что я видел... ну, скажем так, притчу блудного сына в действии, как это, я читал много раз ее, и как это, знаете, я не мог сдерживать слезы. Я эмоциями своими старался управлять, но слезы я не мог запретить. Я так все время плакал, стоял. Но когда я обратил внимание на зал, все люди сидели и умилялись, плакали, когда подходили, я спрашивал, и люди говорили, что служит до слез. И я понимал, что... это та пища, которую именно действительно надо. Сознавали они в тот момент или нет, но Бог достиг этих людей. Слава Господу! Поэтому я хочу сказать и Андрюше, и Васе, и всем, кто ездил, если вы будете продолжать это дело, вы будете приносить просто большой свет. Слава Господу! Это действительно был праздник. Праздник, и все эти... мне только одно жаль, что вторая группа, брат Роман, не остались еще дальше. Еще бы продолжался праздник. Но они поехали дальше, чтобы праздник продолжался там. Слава Господу за эту чудную благодать, за эту дивную возможность предстать перед лице Господне и слышать Его Слово и делиться Словом. Я хочу сказать небольшое слово. Так, в простоте сердца. И мое слово... тема моего слова такого – это «Путь Господень». Я его так назвал. Написано в Псалме 102.
7 стих, он, написано так: «Он показал пути свои Моисею и сынам Израилевым дела свои». И я, читаю это местописание, задал вопрос, почему Бог так пожелал или так сделал, что Он открыл этому человеку, Моисею, пути свои, а сынам Израилевым показал только дела свои. Есть некоторое отличие в этом стихе – дела и пути. Человек, который приближается к Господу, я размышляю над этим местом Писания и в свете Библии, вижу, что когда человек приходит к Богу, ведь он должен двигаться к Господу, познавая Его волю и вообще знать Его путь. Вот для этого и призвал Господь вас и меня, для того, чтобы мы познали путь Господень. Ну, для того, чтобы вообще идти этим путем. Иисус также учил этому, и Он сказал однажды Фоме, который также учился и являлся учеником, Он говорит, что «Я есть путь истины и жизни». И, естественно, я должен знать этот путь, я должен его познавать, чтобы мне по нему идти. Эта истина относится ко мне и к вам. И ко всякому человеку, который призывает Господь. И мы видим, что Моисей – это был человек, которому Бог открыл пути Божии. А Израилю не открыл. Они только видели дела. Они видели, восторгались, радовались и веселились на другом берегу этого Черного моря. Но пути открыл Моисею. И я задаю вопрос: Господи, а что я должен? Ну, Ты мне откроешь путь Божий. Само по себе разумеется, что я должен идти этим путем, я должен знать это. Или я просто дела какие-то буду видеть твои. И я смотрю в Библию и вижу, что я должен познать путь Господень. Я должен увидеть, что происходит, что происходило тогда с народом Израиля, который был вообще прообразом того, чего лежало быть. Это благословение, которое написано в Библии, и это Библия, это само благословение, это Слово Божие, которое вообще учит и показывает. На примере народа израильском я хочу прочитать. Мы можем видеть, что происходило с ними, и некоторые уроки брать для себя. Я прочитаю из послания к евреям, из 3 главы. Ну вот, наверное, 7 стиха. 3 глава, 7 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, где искушали меня отцы ваши, и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род, и сказал, непрестанно заблуждаете сердцем, не познали они путей моих». Оказывается, этому народу дано было право познать путь Господень. Но познал только один человек, а остальные написано, что ожесточили сердце и испытывали, видели, хотя видели дела, и поэтому непрестанно заблуждались сердцем, и поэтому это и не познали путей Божьих. Мы видим из-за того, что народ израильский, встречаясь с какими-то глаголами, в смысле, встречаясь с каким-то обстоятельством, когда говорил глагол Божий, когда Бог их вел, они должны были что-то решить в своем сердце. Вы знаете, как это похоже на путь христианина, что когда мы сталкиваемся, когда мы уверовали в Бога, у нас все так, знаете, вот у меня, во всяком случае, я не знаю, как вот у вас лично, у меня было все в розовом цвете, так осанали, мне хотелось, я не видел и не знал, что Бог будет совершать в моем сердце. Но когда дальше я понял, что когда дальше я пошел за Господом, Господь повел меня по великой милости своей, я увидел, что мне предстоит решать, так или так, поступить по-своему или, как говорит, волю. И, знаете, я понял, что мне всегда, всегда, как бы сказать, приходится выбирать что-то, решать что-то, оценивать и избирать. И вот когда народ израильский встречался с трудностями, им просто простыми трудностями, есть нечего, пить нечего. И у них что-то происходило в сердце.
или еще какие-то моменты их жизни не устраивали их, и там написано «во время ропота», то есть и роптали, и все. И поэтому Господь не мог им вот так сообщать этот путь, и они непрестанно заблуждались сердцем. Вы знаете, написано про Давида, этого благословенного человека, написано так, что этот человек очень заботился о том, когда он был предпоставлен на царство, и он заботился о том, чтобы именно этот путь знать. И вот написано такое слово, 118-й псалом, я прочитаю просто несколько стишков, 118-й псалом. И Давид молится Господу, 33 стих, 118 псалом. «Укажи мне, Господи, путь усталых Твоих, и я буду держаться его до конца». Давид не только просил Господа о том, чтобы Бог указал ему путь, но он еще и, написано так, «размышлял я о путях моих и обращал стопы мои к откровению Твоих». То есть он сравнивал себя, и этот человек был достаточно, смиренным, можно так сказать, смиренным для того, чтобы избирать Божие. И он не роптал, не восставал, а он доверился работе Божией, которая именно и совершила в нем. Когда ему, может быть, было трудно, написано, и посадил человека на главу. И он это понял, Давид это понял, что Бог учит его. Он расширяет в этот момент его сердце. Он учит избирать доброе. Хотя не очень-то бывает нам сегодня выгодно избирать доброе, когда с нами стоит человек, которого мы должны любить, когда мы в благоденствии находимся, мы говорим, что не поколеблюсь вовек. Да? Но когда приходят обстоятельства, я должен в этих обстоятельствах избирать то, что говорит Бог. И это всегда непросто. Я не знаю, согласны ли вы со мной. Я думаю, что даже возлюбить ближнего в каких-то моментах у нас возникает, почему он вообще так делает, что с ним происходит, почему я должен вообще терпеть его, да, или благословлять. И вы знаете, в этот момент наше сердце испытывает Господь. Слава Господу! И Бог хочет, чтобы мы доверились Его силе, потому что без Его силы, без Его благодати, без любви мы не можем поступать именно так, как говорит Господь. И мы видим, что Давид в этот момент, это удивительный человек, он говорил, что в этот момент испытания его, он говорил о том, что одного я только просил у Господа, чтобы посещать храм его, созерцать красоту этого храма. Этот человек как бы не ожесточился, и вы знаете, что он избрал этот путь истины, и истина делала его свободной. И вы знаете, этот человек не ожесточился, как эти люди в пустыне, а этот человек сказал, даже благо мне, что я пострадал, когда Бог испытывал. И он говорит, что я буду размышлять о пути непорочным. Итак, путь Господень. И вот написано, я прочитаю просто дословно, как это звучит в 17-м псалме. Я прихожу просто к теме моей проповеди. 17-й псалом. Я читаю один стих из этого псалма. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещай тьму мою. С тобой я поражаю...» Не один стих, а несколько стихов. «С тобой я поражаю войско, из Бога моего восхожу на стену». Бог непорочен, путь его. Оказывается, блаженный, непорочный в пути, хранящий откровение всем сердцем, ищущий его. Оказывается, Бог от начала, когда избрал Авраама, он обращается к нему и к такими словами. Этот уже 99-летний старик буквально, он обращается: «Ходи предо мной и будь непорочен». Давид это делал. Давид смотрел Слово Божие и сравнивал, и он говорит: «Господи, от тайных очисти меня, от умысленных удержи меня, тогда я буду чист и непорочен». И этот путь Господень,
это не порочен. И поэтому помышления мои должны соответствовать тому, что здесь написано. И я увидел, что это не всегда просто. Но если я поступаю так, как говорит Слово Божие, то благо мне. И Бог вмешивается в этот процесс, освобождает меня, потому что истина, хоть она, как вчера говорил брат Владимир Менщиков, он говорит, что одна девочка любит лук. Вы знаете, многие дети не любят лук, вообще переносить даже не могут. Она любит лук, и поэтому здорово, вырабатывается некий иммунитет. И поэтому здесь пища бывает не только сладкая, но бывает горькая. Но от этого нам приходит благо, потому что вырабатывается некоторый иммунитет. Истина, она может быть горькая, но она истина. И она именно делает меня свободным. Слава Господу! И она может сделать твое сердце и мое сердце свободное. И поэтому, когда мы идем и размышляем о пути непорочном и просим у Бога, как молился Давид, «Укажи мне пути», то тогда Бог поведет нам этим путем. Он будет работать с нами, с нашими мыслями, с помышлением сердца, со словами уст наших, что мы делаем, что мы говорим, что мы думаем, и все приведет в порядок. Слава Господу! И Бог это будет делать со мной и с тобой для моего и твоего блага. Слава Ему! И я хотел бы вместе с вами помолиться и воздать Ему славу, чтобы мы не смущались от каких-то обстоятельств, а мужались, потому что Он говорит, что и я встречался, Иисус говорит, я встречался с тем обстоятельством, и Он говорит, мужайтесь, ибо я победил этот мир. И вы знаете, мне понравилось вчера, как брат Вадим говорил, что приехали, я скажу, и мы помолимся, приехали в одно селение, и там разговариваем с человеком, который, ну, был такой буйный, всех там побеждал такой, ну, в жизни герой был такой. Вот, и вы знаете, вот так получилось, что вот эта дочь, которую он так запрещал слушать вообще эту проповедь Слова Божия, знаете, предложила ему шоколадку, которую ей подарили, там подарочек, и она говорит, папа, вот съешь эту шоколадку, и знаете, он обнял ее, они вместе плакали, и группа там, они вместе просто, мы умиляли сердцем, и любовь Божия побеждает этого победителя. Слава Господу! Она победила его, она смягчила сердце его, она будет смягчать твое и мое сердце. Утешения Господни будут сопровождать и услаждать нашу душу, а это больше всего. Слава Господу! Это та любовь, которая Бог являет нам в трудные моменты. И поэтому Давид говорит, я избрал путь истины и просил, чтобы он удалил всякий путь лжи. Я хотел бы вместе с вами помолиться о том, чтобы Господь дал силы, укрепил нас, чтобы мы в своем сердце, и я, и вы, могли избирать путь истины, и чтобы Бог нас вел по этому пути, и этот путь мы пройдем. Помолимся. Дитя мое, возможно, ты не знаешь меня, но я знаю о тебе все. Я знаю, когда ты садишься и когда ты встаешь. Мне известны все твои пути, даже волосы на твоей голове сочтены, ибо ты сотворен по моему образу. Мною ты живешь, движешься и существуешь, ибо ты род мой. Я познал тебя прежде, нежели я образовал тебя во чреве. Я избрал тебя прежде сотворения мира. Ты не был ошибкой. Ибо все дни твои записаны в моей книге. Я установил точное время твоего рождения и то, где ты будешь жить. Ты дивно сотворен. Я соткал тебя во чреве матери твоей и вывел тебя на свет в день рождения твоего. Я был неверно представлен теми, кто не знает меня, но я являюсь я недалек и не зол, но я являюсь воплощением совершенной любви. И это мое желание дать тебе мою любовь, просто потому что ты мое дитя, и я твой отец. Я могу дать тебе больше, чем твой земной отец, ибо я совершенный отец. Каждый дар совершенный, который ты получаешь, исходит из моей руки, ибо я твой обеспечитель, и я удовлетворю любую твою нужду. Мой план для твоего будущего всегда был наполнен надеждой, ибо любовью вечную я возлюбил тебя. И я радуюсь о тебе с ликованием, без устали творя добро для тебя, ибо ты мое богатство». От всего сердца моего и от всей души моей я желаю утвердить тебя.
и я хочу показать тебе великое и непостижимое. Если ты станешь искать меня всем сердцем твоим, найдешь меня. Утешайся мною, и я исполню желание сердца твоего, ибо я есть тот, кто дал тебе эти желания. Я способен сделать для тебя больше, чем ты можешь даже представить, ибо я твой великий утешитель. Я Отец, который утешает тебя во всех твоих скорбях. Когда ты сокрушен сердцем, я близок к тебе. Как пастух несет ягненка, так и я нес тебя близко к моему сердцу. Придет день, и я отру каждую слезу с твоих глаз и заберу всю боль, причиненную тебе на земле. Я твой отец, и люблю тебя так же, как я люблю моего сына Иисуса, ибо в Иисусе явлена моя любовь к тебе, ибо он мой совершенный образ. Он пришел показать, что я за тебя, а не против тебя, и сказать тебе, что я не вменю грехи твои. Иисус умер, чтобы ты и я могли примириться. Его смерть была высочайшим проявлением моей любви к тебе. Я отказался от всего, что я любил, чтобы получить твою любовь. Если ты принимаешь дар моего сына Иисуса, ты принимаешь меня, и ничего вовеки не отлучит тебя от моей любви вновь. Приди домой, и я устрою небывалый пир, невиданный прежде на небесах. Я всегда был отцом и всегда буду отцом. Мой вопрос прост. Будешь ли ты моим ребенком? Я жду тебя. С любовью, твой Отец, всемогущий Бог. Если ты позабыл нежность ласковых рук, если ты испытал горе вдруг, если ты позабыл сердце трепетный стук, к нам скорей поспеши, милый друг. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, я брат твой, а я сестра твоя. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, здесь Бог наш, а мы его семья. Если ты загрустил, если ты изнемог, зло, страдание и боль преступили порог, если ты согрешил, если ты одинок, к нам скорей поспеши, с нами Бог. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, я брат твой, а я сестра твоя. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, здесь Бог наш, а мы его семья. Тот, кто Богом любим, но болезнью томим, исцеляется Духом Святым. Если ты к нам придешь, свою душу спасешь, вечно будет с тобой Бог святой. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, я брат твой, а я сестра твоя. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, здесь Бог наш, а мы его семья. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, я брат твой, а я сестра твоя. Церковь моя, дорогая ты, церковь моя, здесь Бог наш, а мы его семья. Иисус в пути утомленный, к селению Сихарь подходил. Среди зноя и дня изнуренный, он к колодцу с водою спешил. Но воды почерпнуть было нечем,
он сел у колодца и ждал. И вот из Самарии женщина за водой к колодцу пришла. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам иудей, а у нас никакого общения нет. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам иудей, а у нас никакого общения нет. И тогда Иисус говорит: ты не знаешь, что есть дар Божий, и что тот, кто просил воды, непростой человек прохожий. Я могу воды живой дать тем, кто воду земную пьет. Очень скоро жаждет опять, а когда ее нет, умрет. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать. И он станет источником сам. Той воды я желаю дать вам. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать. И он станет источником сам. Той воды я желаю дать вам. Еще Иисус говорил этой женщине о спасении, и грехи ее он обличил, и развеял ее сомнения. Самарянка к народу пошла, а Мессия сказала людям, и к учителю их привела. И для многих Христос стал другом, и теперь через много веков льется щедро вода живая. Эту воду дает Христос, и ее он пить предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая. Эту воду дает Христос, и ее он пить предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая. Эту воду дает Христос, и ее он пить предлагает. А если в сердце зависть?
веду Господень, там свобода, там в сердце нет лукавства лжи. Чрезмерный без станет заботам, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь, там удивительная. Вас всех приветствовать, братья, сестры мои дорогие, все, кто пришли на это место поклониться Господу и услышать этот животворящий глагол от Бога. Вы правильно все сделали, что пришли на это место. Это самый хороший выбор. Слава нашему Господу, слава Богу. Рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа, потому что, на самом деле, больше мне вас нечем приветствовать вот на этом месте. И я благодарю Бога, что Он всем нам эту любовь дал. Слава Богу! Сегодня друзья наши с Белого Яра пели, что вот мы церковь, все, ты брат мой, я сестра твоя, и как хорошо, что мы церковь Божья. Я вот думаю, такая простота Христова здесь вот пребывает на этом месте, и как легко Духу Святому в этой простоте действовать в сердцах, без всяких замудренных там словооборотов там и так далее, напыщенности какой-то, звуковых эффектов, а так в простоте сердца, и на самом деле видишь, где от этого всего и прочего свобода, там легко Духу Святому действовать в нас. Слава Господу! Кто-то, я заметил, ухмыльнулись так немножко, когда Чинара сказала, вот и солярка нынче была, и все, и кто-то так, мол, ну что солярке радоваться, вон дизелей сколько, катайся. А когда в прошлом году у них там закончилась внезапно солярка и топливо в катере, и они встали, я не знаю, сколько там, наверное, километров 60-70 было до ближайшего населенного пункта, начали таять запасы пресной воды, и как бы вот эти шоколадки и конфетки, все это начало уходить, и дошло до простоты такой, что там мука кончилась, и там вот перловка, лапша, но тогда, когда все это потом появится, человек скажет: о, хорошо, что внезапно не прервалось, и солярки хватило, и всего, слава Богу. Больше как-то будет благодарить, правда? Но нам всем это знакомо. Так вот, друзья, я хочу прочитать из второй главы послания апостола Павла к евреям слова, которые он написал, благодарю, в напоминание Божьему народу о том, чтобы они дорожили тем величайшим даянием Божьим, которое было дано Богом в их жизнь, и не позволили в своих сердцах к этому даянию относиться с каким-то пренебрежением, без благоговения, без оценки как самого дорогого в жизни. И он пишет во второй главе этого своего послания следующее. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшие о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по воле Его».
напоминает здесь апостол Павел о том событии, когда Бог выведя свой народ из Египта. Мы с вами знаем эту историю, о которой говорит нам книга «Исход». И вывел свой народ из Египта, и там в пустыне решил, что пришло время им открыться, что Он, Бог их, есть Бог всемогущий, которому подчинены все силы природы, вообще все люди, Он над всем. И Он решил это показать им таким, ну, впечатляющим очень действием. Перед этим он призвал Моисея на гору и сказал ему, чтобы он осветил народ. И вот 2 дня Моисей занимался этим освящением, говорил, наставлял, чтобы люди удалились от беззаконных дел, покаялись в каких-то своих грехах, которые были, говорил, что вот это грех, вот это оставьте, идола всех этих, осветитесь. И на 3-й день Моисей вывел народ в подножье горы Синай. И я хочу прочитать из 20 главы немножко к этой книге «Исход», как это происходило. Пусть Бог благословит наше впечатление, чтобы мы хоть маленько представили, в чем было дело. Я даже возьму выше, из 19 главы. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подножья горы». 19 глава книги «Исход», я считаю, 17 стиха. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники, пусть приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобою Аарон, и священники и народ, да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу пересказал ему». Пересказал то, что было ему сказано Господом, и перед тем, как народу явить вот это вот слово, открыть, дальше пошел в это место, 20 глава будет говорить о тех заповедях, которые Бог заповедал народу. Но вот это само действие, когда рано утром начался вот этот протяжный трубный звук, откуда ни возьмись, это Бог пустыню вывел. Там не было рядом какой-то цивилизации, чтобы там эти хитрые, умные такие египтяне придумали какую-то там сирену и начали там жужжать где-нибудь. Нет, они ушли далеко в пустыню. Все, никаких там даже изобретений человеческих, хотя их в то время и не было, не могло быть. Протяжный трубный звук. Выходят все, смотрят. Чистое небо, никаких туч, никаких облаков, огромная гора Синай, на фотографиях я ее видел, она очень больших размеров, это не холмик какой-то, это даже не гашташная гора, это намного больше размерами, и вот все это количество людей, как ученые посчитали, порядка 2 миллионов человек на такой площадке узенько расположены, они стояли возле этой горы, и гора перед ними тряслась. Раздавался грохот грома. Огнем сошел Господь на эту гору. Облако ее обняло. Из нее выходил густой дым, как из печи. Громы, молнии, и гора вся тряслась. И там был Моисей. Бог сказал, взойди ко мне. Моисей туда взошел. Люди все это видели. Я представляю, в какой они ужас пришли. Когда вот эта огромная махина каменная вибрировала и тряслась вся, гром и молнии здесь,
облаком обняло всю эту гору, и пламя огромного размера, огромной силы, со всем этим шипением и клокотом, оно пребывало и никуда не испарялось и не исчезало, и все понимали, такой костер разжечь невозможно. Это вообще их потрясло. Это потрясло их. И Бог, Он, зная натуру человека, что Он глазами, там, ушами и чем-то еще, вот этой вот вибрацией, Он может впечатлиться очень глубоко. Но смотрите, вы подумайте сами, сколько люди будут говорить о землетрясении, когда их тряханет так сильно, что они оторвутся от земли, упадут обратно, живые ползком отползут куда-то. Как вы думаете, сколько будут по времени они потом рассказывать о том, как это все произошло? Продолжительное время, правда? Когда с Женей Сухужиным случилось вот это приключение с высоковольтной линией, и я слушал, как он рассказывает, а прошло уже несколько дней, и он все рассказывает, как свежее все. Вот там стрела, столько расстояния, да провода еще было, вдруг бах, молния, я ничего не понимаю, встаю, отлетел на несколько метров от машины, баллон пробитый, дырки тут, дырка в подошве, в чем дело, ничего так и не понял. Потом и долго, вот сейчас его скажи, он опять будет рассказывать это, и опять глаза станут большие, будет впечатлительно все это. И вот такие, это натура человека, мы все такие. Меня что-то сейчас подними из того момента, когда в самолете отказали шасси, а мне нужно было на посадку заходить. Я также опять расскажу вам в красках, то есть все свежо. И любое, что нас впечатлило, оно будет в нас, ну, наверное, с нами всю жизнь. Бог это знал, Он же нас сотворил. Но вот сегодня нам напоминала сестра из этого письма Бога к нам. Я тебя знаю, я тебя сотворил прежде еще, как ты родился, я все в тебе сделал, это я. И вот Бог таким образом решил впечатлить их так сильно, что Он всемогущий Бог. И после этого, я бы сказал, так шока. Вот они в таком шоке были, и потом Он им говорит заповеди. А я думаю, способен человек вот так вот воспринять, когда его что-то потрясет, и он будет сидеть, подобно как, знаете, ну, простите меня за такое сравнение, попугай, которого из стиральной машинки после отжима достали, он может вообще что-то сообразить и понять? Будет так долго, не мигая, вдаль смотреть и как бы вот. И Бог говорит своему народу вот эти заповеди. «Я Бог всемогущий, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Дает дальше заповеди «не завидуй там у ближнего, ничего, ничего, отца и мать почитай, день субботний» и так далее. И я так размышлял, думаю, явью такой. Вот я бы был, вышел я из Египта, меня так тряхануло, передо мной сверкнуло, грохотом этим оглушило, перед глазами моим яркое это пламя, я как ей ослепленный, как будто я не успел отвернуться, когда там сварщик дугу зажигает. Я бы вот сидел этим всем, я бы вообще мог что-то понять и глубоко в сердце свое положить. Но знаете, если взять только человека простого, наверное, бы не смог, но это говорил Бог. И он ожидал, что его слово, которое проникает, как мы с вами знаем, до разделения духа и души, оно проникнет в самую суть каждого сердца, которое так потряслось вот этим вот всем увиденным, что им перестало быть для них значимым. Палатка там порвалась, хлеб там кончился или манна, ребенок там у меня что-то проснулся, их это все, а вот после такого потрясения не будет человек про это ничего думать. И когда он от всего этого отсоединен, от этих переживаний, забот, он впечатлен этим видением, в него можно вложить Божье слово, слава Господу. И Бог все сделал для того, чтобы создал такие условия, чтобы его слово, оно вложилось в самую суть этих людей, которых он назвал своим народом, вывел их из Египта и повел их в землю обетованную. Бог для этого сделал все. Смотрите, Павел говорит, здесь учит, что если тогда через ангела возвещенное слово, все-таки Бог возвещал свое слово тогда через ангела.
да всемогущего, да могущественного, да сильного, да которого, который мог своим присутствием вызвать вот это вот содрогание этой горы там и так далее. Но он говорил через ангела, потому что невозможно было им, увидев Бога, остаться живыми. А у цели у Бога нет такой, чтобы губить людей. И вот он сегодня, как Павел пишет в первой главе этого послания, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот теперь не ангел уже, а сам Бог пришел во плоти, подобный нам, и сам Бог говорил на земле о Царстве Отца, Царстве Божьем, о том, что людям дается в Сыне Его освобождение от власти греха, дается свобода через покаяние, дается прощение грехов, дается вечная жизнь, дается то небо, о котором сейчас только пел хор, слава Господу. И здесь не было уже подкидывания земли, не было гром и молнии. Был голос Отца с неба, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Уже по-другому, но то, о чем сказал Христос, но то, что принес Христос, оно намного значимее того, о чем говорил тогда ангел в пустыне. И если написано того, не послушавшись слова, которое слышали через ангела, строго было наказывалось, строго человек наказывался, а мы видим с вами, нет нужды перечислять, там и змеи, там и побитие камнями, там и развершаяся земля и поглотившая бунтарей против того, кого поставил Господь быть вождем его народа. Мы видим это все, но Слово Божье говорит, то как мы избежим, перестав заботиться о столь великом спасении. Но если апостол Павел так говорит и предупреждает, и обращает внимание, он говорит, посмотрите, насколько велико то спасение, о котором сказал и которое явил сам Бог в Сыне Своем людям. А перестать заботиться, оказывается, очень просто. Увлечься чем-нибудь таким, которое в глазах человека значимым, но которое ты с собой на небо не заберешь. И сделать это главным для себя. Сделать это важным для себя, перестав заботиться о самом главном, о том, что есть главное, единственное, спасение твоей бессмертной души и готовность твоя быть взятым с этой земли к Богу навсегда в Его вечной обители. И если взор человека, весь его, все его внимание, мотив его всей деятельности смещается со Христа, со спасения на эти земные вещи, вот тогда беда. Павел говорит, смотрите, чтобы вас кто-то не обманул, чтобы у вас не переключилось внимание со спасения, я образно говорю, на эти кастрюли, на эти колеса, на эти машины, дома, дачи, замуж или жениться, смотрите, чтобы вас никто не переключил. Это нужные вещи в жизни, но если они станут для вас главными, вам беда. Он говорит даже о том, что эти люди будут тогда, мы пожнем наказание от Бога, что то, что обеспечено высочайшей ценой, кровью Сына Божьего, отодвинулось людьми в сторону и стало держаться за то, что неважно, за то, что с собой человек туда вечность не возьмет. Мы возьмем с собой, друзья, только свой характер. Вы думали когда-нибудь об этом? Мы с собой возьмем только свой характер. И если мы не позволили Христу отобразиться в нас с Его святостью, Его чистотой, Его любовью, всей Его славой отобразиться в нас, мы не позволили тогда Богу изменить наш характер, не дали Ему преобразить себя в образ Иисуса Христа. А это есть главная цель Бога. И если я этим не занимаюсь,
не даю Духу Святому обретать во мне все большую и большую свободу, молитвенно благоговея перед Богом, получать действие Божье внутри своего сердца, не позволять Богу обновлять мое сознание, мое мышление истинной евангельской. Я перестал, значит, я заботиться о спасении. А на что тогда я трачу время? А на что и тогда я трачу свой потенциал? Деньги, деньги, работа, работа, круглосуточная работа. Это ее же Бог дал, это же не проклятие. Но Он ее дал для того, чтобы ты заработал, а потом занимался своим спасением. Он ее для этого дал, чтобы у тебя была возможность в нуждах других поучаствовать, свою семью накормить, себя обеспечить. Но не для того, чтобы она затмила твое спасение. Не для того, чтобы ты из проповедника, служителя, певца превратился в зарабатывателя денег и прихожанина на воскресное служение. Он тебе не для этого дал и способности, и работу, и инструменты. Не для этого. Если ты в это ее превратишь, она станет твоим идолом. И Бог всегда свой народ осуждал, критиковал и упрекал, и даже наказывал за то, что они идолами делали то, что Бог им дал в пользование. Они ставили их больше Бога перед собой, выстругивали из них. Бог им дал дрова, чтобы они погрелись, на них пищу приготовили, а они из них давай себе делать идолов. Это сегодня очень распространенный идол. Бог дал это все в пользование. Люди и даже Божий народ делают из этого идола, потому что тратят на него все время, забывая о том, что есть, что надо иметь молитвенную жизнь, забывая о том, что нужно вникать в учение. Я хочу напомнить, друзья, не почитать Слово Божье, а вникать в учение, нам говорится. Мы помним, где Иисус сказал: исследуйте Писание, потому что вы надеетесь из них наследовать жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит: вникай в себя и в учение. Не почитай утром главу из Евангелия, он говорит, а вникай в себя и в учение. Скажите, на это нужно время тратить? У кого получается мигом вникнуть в учение? В течение 15 минут. Мигом вникнуть в учение. И я такой же неспособный. Мне нужно время, чтобы вникнуть в учение. О чем оно говорит при учение о покаянии? О чем оно говорит об исполнении Духом Святым? О чем оно говорит о возрождении свыше? О чем оно говорит в обетованиях вечной жизни, которая уготована мне Богом? Мне на это нужно время потратить. Я не такой способный, как многие из вас. Может быть, я даже немножко где-то и сложно воспринимаю. Мне побольше нужно времени. Но когда я узнаю, что вот в беседе говорят люди о том, что ослабели духовно, о том, что вот нет радости, я говорю: извини, пожалуйста, а сколько ты время проводишь с Библией? Такая виноватая улыбка, глазки пошли в сторону, и, день, может быть, два так нахожу в неделю, чтобы почитать Библию. О каком успехе можно вести речь? Элементарно из нашей жизни взять: приходи на свой огород раз в месяц, что ты там найдешь осенью? Найдешь много, будет успех. Бурьяна, крапивы, репейника там и так далее. Но дело в том, что это в пищу не годится. Я не видел людей, которые со счастливым лицом едят соленый репейник там и варенье из крапивы. Я не видел таких людей. Все хотят что-то добренькое там, свеклу, морковку. А над этим всем надо работать и трудиться, чтобы там было. Так вот, чтобы в нас, как мы сегодня уже слышали, была свобода Духу Святому, я должен тратить время и прилагать усилия на то, чтобы Божья благодать произвела во мне соответствующее действие, побыть в присутствии перед Богом, поплакать своим сердцем, посокрушаться сердцем своим перед Богом, ожидая Божьего действия. И пока оно не произойдет, с колен не вставать, ожидая Божьего действия.
не только помолясь что-то невообразимое на иных языках, а ждать Божьего действия. И когда я дождусь Божьего действия, еще подождать, пока оно во мне произведет ту работу, которую Бог послал его делать. Слава Господу! Слава Богу! Вот, возлюбленные, это будет родение о том величайшем спасении, которое Бог нам дал. И такое отношение к этому спасению, оно будет вменяться нам перед Богом, как то, что верные рабы, которые пускали свой талант в оборот, и им Бог сказал в их адрес: «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Слава Господу! Это о тех людях, которые усилия прикладывали, которые усердны были, которые старались, которые открывали Богу сквозь свои неудачи, сквозь свои ошибки, сквозь свои какие-то падения, опять прикладывали усилия, шли, вставали. «Надо, Бог, сделай во мне то, что ты захотел. Я не радею о твоем спасении, я перед тобой благоговею, и за это спасение, данное мне через Иисуса Христа, его жертву и воскресение, тебе очень благодарен. Слава нашему Господу! Не позволяйте, возлюбленные, себе стать не радеющими о спасении. Всегда в этом спасении преуспевайте, трудитесь. Благословит Бог каждое христианское сердце, каждую святую душу, благоговея перед Богом, быть усердными в открывании своего сердца для действия Духа Святого, Его благодати и преображения нас в образ Его Сына Иисуса Христа. Именно это преображенное новое творение будет взято на небеса с этой земли. Слава Богу! Остальное все здесь останется. Чтобы было Богу, что забирать с этой земли, я хочу вместе с вами прийти к Богу в молитве. И кто увидел себя нерадеющим, оставившим, забывшим, принесите свое искреннее сокрушенное покаяние перед Богом и откройте вновь Господу свое сердце. Пусть Он начатое у вас продолжает совершать до самого пришествия Иисуса Христа. Вставши будем молиться Господу. Хорошо, что небо надо мною, и совсем не кажется далеким. Небо рядом и любовь порою, с ним я не бываю одиноким. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий к себе. Вдаль небес смотрю и забываю трудности, заботы, огорчения. Небо снова мне напоминает: скоро, очень скоро восхищение. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Тучи скрыта серой, Иисус поймет и успокоит. Только посмотрю на небо с верой, мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Мириады звезд далеких говорят мне о...
теплом созвездий многих. Небо так влечет к себе. Друзья, я всех вас приветствую. Вместе скажем слава нашему Господу. До сего места помог нам Господь.
И вот я хотел бы тоже немножко поделиться. У нас в пути было одно очень тоже знаменательное событие. У нас прибавился еще один член церкви нашей. Вот брат Саша Красовский, который передо мной выходил, свидетельствовал. Мы его покрестили в Парабеле. Вот. И он стал членом нашей церкви, покрестившись в Парабеле. То получилось так, что мы на катере еще преподали крещение одно. Там, конечно, были и местные еще, те, которые тоже принимали водное крещение. Там была и местная церковь, и такое очень большое благословение мы пережили. Знаете, я вспомнил случай, есть в Библии, когда апостол Павел где-то местами проповедовал, да, шел в одно место, потом в другое. За ним тоже следовали люди. И это были фарисеи, которые тоже шли за ним. Вот, но они приходили, что-то там разрушали, да, и пытались что-то разрушить, даже настроить людей против апостола Павла. Но за нами тоже ходили такие люди. Я имею в виду, что люди ходили, но не такие, как фарисеи. Вот. И мы идем в одно место, они за нами туда едут. Переходим в другое место, они за нами туда едут. Это как раз было в Новоюгино, когда мы дольше всего стояли. И там вот несколько молодых людей, которых коснулось вот это общение, которое они имели с нами, мы им свидетельствовали о Господе. И они положили на сердце следовать за нами. Но они следовали уже когда на мотоцикле, когда на машине. Вот, они двигались за нами тоже по этим поселкам, где мы проводили наши служения, мероприятия. И сегодня мы уже слышали о том, что Господь – наше прибежище, наша сила. Вот этот псалом почему-то всегда касается. Хотя он взят, мы знаем, что из Библии, и слова там очень глубокие, серьезные, но они сразу же нам становятся ясными и понятными и проникают до глубины нашего сердца. Сегодня вначале брат Сергей Персидский говорил нам о том, что, приводя пример Давида, что он радовался, когда посещал храм Господень. И мне такая пришла мысль, что бы в твоей и моей жизни не было, мы с тобой должны посещать храм Господень. Если мы его будем посещать, враг не похитит нас, не увлечет нас и не уведет нас в сторону. Потому что Христос сказал такие слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Народ безопасен, когда находится в церкви Божией. Но когда человек идет своими путями, думает, что церковь идет неправильно, братья учат неправильно, я сам знаю, как правильно, сегодня их нет с нами. Но кто вовремя опомнился или сказал себе: «Нет, я могу заблуждаться, я могу что-то видеть неправильно, я подожду, я потерплю, может, что-то мне Бог откроет». И они остаются и выправляются, и служат в церкви благословением. Посещай храм Господень. Посещать его нужно здесь. Посещать его нужно в личном присутствии. Когда мы предстоим пред Господом, мы его должны посещать. И мы должны заглядывать в храм нашего сердца. И всегда ли там храм? В нашем представлении храм, если даже чисто даже в таком земном представлении, это место очень богатое, правда? И храм, или, так скажем, храмы во все времена, когда строили, храм Господень был в Ветхом Завете, он был очень красивый. Очень много на него было потрачено сил, средств. Неимоверно много средств там было потрачено. Он был очень богатый. Он прообраз нашего внутреннего храма, он должен быть тоже богатым. Но его нужно обогатить не золотом, не многоценной одеждой, его нужно обогатить добрыми делами и святым хождением. Этот храм будет очень прекрасен. И знаете, сегодня мне хотелось бы обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания и сказать одну такую мысль. Значит, прочитаю в послании апостола Иоанна, третье послание. Здесь всего единственная глава, со 2 по 5 стихи написаны такие слова. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Слово Божие говорит:
возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. И вот сегодня хотел бы я обратить наше внимание на такое слово из этого контекста или из этого места Священного Писания «преуспевал». И у меня к вам такой вопрос. Всегда ли мы с вами преуспеваем? И во всем ли мы с вами преуспеваем? Вот слово «преуспевание», оно всегда нас наводит на определенный нарослой мыслей, да? Преуспевать. Ну что значит преуспевать? Так, если у меня квартира, если у меня хорошая машина, если у меня хорошая работа, если у меня особенные связи, преуспевать. Что значит слово «преуспевать»? Что мы в него вкладываем? Сначала пойдем с того, что человек всегда хочет что-то успеть, правда? И чем почему-то старше, или, так скажем, в такой зрелый возраст входит, он хочет успеть все больше и больше. И я чисто, может быть, по себе скажу, может быть, даже смотря на своих детей, они порой говорят, ну, день такой длинный, а мне кажется, он такой короткий. В него надо столько успеть, а им такой день длинный кажется. И вот почему-то в детстве, кажется, время течет медленно, потом оно немножко ускоряется, а потом оно просто летит. И уже считаешь не дни, даже не месяцы. А просто год так раз, пролетел, два пролетел, три пролетел год. Я не знаю, там Саша картинку нашел? Нашел, показал уже. И время, насколько оно быстротечно. И вот знаете, мы когда были на катере, река течет со скоростью примерно 3-5 километров в час, да? Но самое, что интересно, мы ее не можем опередить. Ни один самолет не может опередить облака. А знаете почему? Потому что мы можем ускориться на какое-то время, быть немножко впереди, но потом мы остановимся, а река потечет дальше. Река – это самое быстрое, что есть на земле. И облака – самое быстрое, что есть на небе. Они движутся постоянно. И вот знаете, наверное, мысль преуспевания именно в том, что когда человек движется постоянно, можно в чем-то преуспеть мгновенно или на какой-то час, на какой-то миг, может быть, даже на какое-то определенное время. Но Слово Божие немного говорит о другом преуспевании. И Бог другое преуспевание хочет нас видеть. Постоянно ли мы в общении с нашим Господом? И Слово Божие говорит, я весьма немножко выше, молю, чтобы ты всегда здравствовал и преуспевал. И далее. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья мои, засвидетельствовали твоей верности, что ты ходишь в истине. И далее говорит, возлюбленный, ты так как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. И апостол Павел говорит, извиняюсь, апостол Иоанн говорит, что в чем твое преуспевание? О том, что ты принимаешь странников. Ты их принимаешь. Никто, может, уже этого не делает. Или кто-то по призыву большому, знаете, большой призыв был, нужно принять, как у нас бывает на конференцию. Я очень благодарен всем, кто принимает на конференцию. Я вас хочу сказать, что это благословение нас скоро опять ждет. Или даже грядет, наверное, на нас одно, да? Когда приедет брат Ричард, помоги Господь, чтобы он был, дал Бог ему приехать, вот, то грядет большое благословение. И будут большие призывы. Ваш и мой адрес тоже. Вот. Но об этом человеке сказано, что он всегда в этом преуспевает. Он не ждет призывов, он не ждет, когда кто-то его попросит. Он всегда в этом преуспевает. Он видит странника, он его принимал. Или где-то услышал, что кому-то что-то надо, его двери всегда были открыты, он преуспевал. И он говорит, пускай всегда твоя душа так преуспевает. Знаете, в свое время многим, может быть, известен такой мировой проповедник Йонги Чо. Он в детстве, или, так скажем, в юношестве болел неизлечимой болезнью, смертельной болезнью болел. Он был в больнице. И вот там была одна девушка, которая преуспевала в деле Господнем. Она посещала больных. И посещала больных, безнадежно больных, которые там в больницах были, знаете, там вот эти вот болезни, которые уже вели к смерти, можно так сказать. Люди там просто уже доживали, да. И она ходила, посещала их, свидетельствовала им о Господе. И вот, ну что такое дело? Ну, вроде, ну что такое посещать больных? Я так скажу, не очень популярное служение. Не очень популярное посещать больных. Популярнее есть другие служения, не буду их перечислять. Вот. Но она его посетила, рассказала ему о Господе.
И это семя, которое она в него посеяла, оно дало росток. Я не знаю, при жизни она видела, насколько, чего он в жизни достиг в Господе. Я не знаю. Но у него самая большая церковь в мире. А виновница этого спасения, вот эта девочка, которая верно сеяла Слово Господне. Я вспоминаю один такой случай, это уже в нашей церкви. Не буду называть имена, но кто-то, может, даже и догадается. Братья об этом свободно говорили, которые были участниками, потому я приведу этот пример. Они посещали одно служение, значит, в наркологическом диспансере продолжительное время. И вот знаете, приходит, ну, наркологический диспансер – это не ДК, это не место, значит, культурных людей в белых рубашках, галстучках. Это люди, низко опустившиеся, знаете, которым вообще до всего. Они еще многие там под действием наркотиков там, и так далее. И вот они приходят, пытаются чем-то свидетельствовать. Они сидят на них, так смотрят, знаете, вот, вообще безразличным взглядом. Такой, знаете, пустой, вдалек, куда-то вдаль через себя смотрящий взгляд. Они ходят, неделю ходят, два, месяц ходят, больше ходят, ходят, ходят. И один брат уже из них говорит: слушай, ну сколько мы можем ходить? Ну мы ходим, а толку никакого. Вообще, они нас даже, ну просто так, ну как забавных певцов, сидят, слушают. Ну чем-то же надо там заниматься. Вот пришли, кто-то разговаривает, пускай поговорят, мы их послушаем, как радио. И второй ему брат говорит: ну давай еще. Еще давай, ну сколько вот дано будет нам время, вот давай мы все-таки послужим, потрудимся. И он согласился. Они, сколько им там было время выделено, значит, они еще там были в этом, значит, служении, и потом двери закрылись, вот. И самое, что интересно, я какое-то время после этого, несколько лет проходит, я приезжаю в Северск, мне там нужно было по одному делу, значит, быть. Я встречаю одного молодого человека, который уже служитель церкви, вот, правда, другого братства, но христианин он, служитель церкви, он говорит: знаешь, где я покаялся? Я, говорит, ваш. Я говорю: тебя в первый раз вижу. Нет, говорит, ваши братья в наркодиспансере нас посещали. И вот там меня Господь коснулся, я стал новым человеком, и теперь я служу Богу. И через этого человека уже многие-многие люди пришли к Господу. Потому есть вещи, которые кажутся нам бесполезными. И мы не можем назвать это преуспеванием. Не можем назвать это каким-то успехом. Но Господь хочет, чтобы ты оставался верным. Господь хочет, чтобы ты не оставлял служение Богу, даже если ты не видишь каждый день фейерверков. Если ты не видишь явного успеха, стремительного роста вверх. Оно не в этом служении. Господь говорит, чтобы ты в нем оставался, чтобы ты был мне верен. Слово Божие говорит нам, если мы прочитаем притчи, есть такая интересная мысль. Притчи, 17 глава, 8 стих, говорит нам такие слова. «Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет». Что в твоих и моих глазах драгоценно. Вот давай просто искренне от всего сердца скажем. Вот самому себе, не надо вслух, а себе. Себе мы можем правду сказать. Искренне можем сказать, что в твоих и моих глазах драгоценно. Очень просто узнать это. А на что больше всего я трачу время? Или да скажем, чем больше времени занят мой разум? Вот то мне и драгоценно. Вот то мне и ценно. Вот то является для меня вот этим камнем. Если этот камень Господь, то мы будем успевать в деле Божьем. То мы будем иметь успех и благословение, и преуспевание, как говорит Господь в Слове Своем. И Слово Божие говорит нам еще такие слова. Псалом, всем нам известный, первый псалом, или правильно сказать, большинству из нас, потому что кто-то есть и первый раз сегодня на этом месте. Псалом первый говорит нам такие слова. С первого стиха и ниже. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он с утра, вечером, день и даже ночью размышляет». И псалмопевец пишет,
что и ночью учит меня внутренность моя. А когда меня будет учить ночью, ночью Господь меня будет учить, внутренность меня будет учить? Когда? Когда я день прожил с Господом. Когда я лег, и до этого я и помолился, и почитал, и я в мире со всеми. Я лег на ложе, так скажем, сна, и ночью меня будет учить внутренность. Бог будет говорить со мной. Бог будет назидать меня. Бог будет утешать меня. Так Слово Божие говорит. И далее написано. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время, и лист которого не вянет, и все, что он не делает, успеет». Это будет человек преуспевающий. Тот, кто размышляет о законе Господа день и ночь. И знаете, об этом пишет и апостол Павел, говорит о том, чтобы преуспевать, двигаться вперед, иметь какой-то успех в деле служения. И Иисус Христос говорит нам, чтобы мы продвигались, шли вперед, имели какой-то успех, благословение. Но когда мы посмотрим, если чисто по-человечески, да, посмотрим, насколько все ли было легко в жизни Иисуса Христа или апостола Павла. Было время, когда ученики Иисуса Христа что сделали? Оставили. Большинство оставили. Вопрос, преуспевал Иисус в своем служении или нет? Кто-нибудь может в этом усомниться? Преуспевал или нет? Потому что мы смотрим конец, мы знаем конец какой. Христос не остановился. Даже когда сотни ушли и остались только 12, Христос не остановился. Апостола Павла гнали, побивали камнями, палками били и даже утопили его. Или, да, скажем, может, он упал и там пробыл сутки, да, вот, в глубине пучины. И потом каким-то образом он оттуда был вызволен и жив остался. Это хорошо, когда вот это все прошло. А когда человек в это все попадает, можно сказать, что в его деле есть успех. Очень сложно. Но люди не останавливаются. Они идут, они служат, они посвящают свою жизнь Господу. В Луки написано 2 глава, с 36 по 38 стих, такие слова. «Тут же была Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости». Вот глубокую старость, уже все, жизнь прожила. Чем она занималась, Анна? «Проживший с мужем с детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу, сколько? День и ночь. Постоянно. Это облака, это реки. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И она увидела младенца, она увидела Иисуса Христа. Она дожила до этого времени. Бог дал ей такую встречу с Иисусом Христом на земле. Она бы и вечность его увидела. Она туда шла, она туда всю жизнь стремилась. Но Бог дал ей такую великую милость увидеть его и на земле. Почему? Потому что она служила ему день и ночь. И мое такое желание, дорогие друзья, помолиться, чтобы наше преуспевание не зависело от того, чего мы достигли видимого, но наше преуспевание зависело от того, служу ли я Господу, как эти люди, день и ночь. Посвящаю ли ему свою жизнь? Верен ли я ему? Если даже я не имею видимого успеха, это не значит, что я не преуспеваю. Это не значит совершенно. Совершенно значит, с какие ты имеешь взаимоотношения с Богом, это совершенно значит твое преуспевание. Один известный проповедник пережил большие в жизни трудности. Ну, какие трудности? У него очень было много. Если его послушать, думаешь, вся жизнь – это большая боль. Просто большая боль. Хотя проповедник очень известный, проповеди очень известные. И он говорит, пришел такой жизненный момент. Моя жена заболела раком. Моя дочь заболела раком. Моя внучка заболела раком. И сын ушел от Бога и стал наркоманом. А он с детства служит Господу, и дети его. И вот такие моменты в жизни происходят. И знаете, вот у него просто к Богу вопросы: Господи, а почему? Боже, а почему? У нас сразу возникает: Господи, а за что? Что я не так сделал? И он так пошел, знаете,
уехал далеко за город. Он говорит, я просто не знал, как мне дальше жить, не знал, что мне дальше делать, какие вопросы Богу задавать. А в то время он издал интересную книгу, которая говорит о покаянии всего народа. И даже и верующего, и неверующего, там, значит, и всех. Вот. Ему там пишут такие доброжелатели, как у его тоже друзья такие были. И они пишут ему, а ты что всех обличаешь? А ты на себя посмотри, посмотри на свою жизнь. У тебя там проблемы, сын у тебя ушел. Ты, может быть, стоит тебе в себя заглянуть, собой заняться, а не других обличать. И вот еще ему добавили, это все так, поперчили хорошо. Вот, и он ушел, уехал далеко за город, подошел где-то там в поле, нашел какое-то дерево, ушел, там, значит, подошел к нему, плачет пред Богом. И слышит такой голос, нежный голос Иисуса Христа. Он говорит, его нельзя ничем спутать. И Господь говорит, сын мой, а ты что тут делаешь? Господи, говорит, а я ничего не понимаю. Он говорит, а ты мне ответь, пожалуйста, на вопрос. Твою жену кто больше любит, ты или я? Ты, Господи. А твою дочь кто больше любит, ты или я? Ты, Господи. А твоего сына, а твою внучку кто больше любит? Он говорит, ты, Господи. Потому возвращайся назад и делай то, что ты должен делать. И он возвратился назад, опять вошел в служение, в труд. Прошло время, Бог исцеляет всех его, все его родство, а сын его становится проповедником, потом служителем в церкви. Человек проходит через что-то, но Бог говорит, ты не останавливайся. Это не значит, что ты потерпел поражение. Это не значит, что жизнь твоя остановилась. Твое преуспевание на этом не закончилось. Ты все равно преуспеваешь тогда, когда ты к Богу не поворачиваешься спиной и не говоришь, Господи, а почему и за что? Я не понимаю, что ты делаешь в моей жизни. Все равно преуспевай. День и ночь стой в молитве пред Богом, в общении с Ним, и от Бога помощь придет. Скажите, у Бога есть тупики? Никогда не было и не будет, Он не знает, что это такое. У Бога всегда есть выход для тебя и для меня. Поэтому будем преуспевать в деле Господнем, а Бог не оставит нас. Будем. Надо менять уже брата Романа, да? Пригласит нас к молитве. То иногда бывает, просто выходишь проповедовать, и все улыбаются уже. Это хорошо. Главное, чтобы потом грустные не были. Хорошо. Знаете, я хотел бы прочитать слово Господне. Иеремия, 25 глава, 10 стих. Есть три вещи, которые в народе Божьем и в то время, и после, и даже в Откровении об этом сказано, считается или благословением, или потерей благословения. Вот давайте мы эти три вещи послушаем. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Вот сегодня, если жернова перестанут молоть, ну хлеба не будет, плохо будет, это будет голод. А если свет отключат сегодня? Это будет тоже очень что-то страшное, да? Но мы просто привыкли настолько к этим вещам. А когда отключают на день, мы уже все волнуемся, да, переживаем. А вот, а если их вообще отключат, скажут, все, теперь свет больше не существует для вас, то, я думаю, из города все просто поуедут в разные места. И то эти две вещи поставлены на второе место. А первое место, если не будет слышен голос жениха и голос невесты. Вы хотите голос жениха послушать? Я тоже хочу. Но давайте послушаем, где он, жених. Он оказался рядом. Это брат Саша. Брат Саша Шляйхер из Завьялова. Алтайский край. Вот. Ну, у нас не первый раз уже в Томске. Вот. И так получилось, что мы его уже потихонечку даже к труду привлекать начали. Он и зимой с нами в поездку ездил. И сейчас вот с нами летом на катере ездил. Вот. И потихоньку смотрю, у него даже такие повадки такие томские появляются у него уже. Вот.
То есть постепенно, постепенно процесс идет. Вот. Ну, брат Саша, ты нам скажи, ты рад, что ты сегодня здесь на этом месте? Слава Богу. Вот голос жениха услышали. Но этого же мало. Но мало, там написано голос жениха и голос невесты надо услышать. Давай теперь голос невесты послушаем. Невеста, пожалуйста, поднимайся. Сестра Юля, ты рада сегодняшнему дню? Да. И голос невесты услышали. Слава Господу. У нас все по Писанию. Вот. Потому это первейшее благословение. Если в церкви есть браки, если в церкви есть дети, это благословение, это значит, у церкви есть будущее. И двое этих молодых людей, они пришли очень серьезно, я на всем основании, очень основательно говорю, да, очень серьезно подошли к этому вопросу, очень серьезно думали, рассуждали, молились, посты брали. Вот, то есть там мимолетному желанию вообще места нет. И пришли к обоюдному решению. Брат Саша принял решение, сделал предложение. Сестра Юля приняла решение и дала согласие. И я хотел бы спросить церковь, сегодня есть кто, может быть, против этого будущего союза? Нет. Все согласны благословить их на предстоящую подготовку и устройство их будущей личной жизни. Все согласны? Давайте мы помолимся.